По-моему, это даже не вода цветет, это вот как краска конкретная. Что это за нафиг? Съезди на 2 недели из России, вернись и увидь нечто жуткое. Блин, опять бабочка. Вчера ехала в Идры, тоже бабочки были. Они меня прям сопровождали. И некоторые огромные были. Краска же. Никуда только смотрит Greenpeace. Или что там за это отвечает. Как такое вообще возможно? Весной тут можно было увидеть дно. Эй, люди, что вы сделали с водой?